Задымление произошло на угольной шахте Листвяжная в городе Белове, Кемеровской области России. Согласно информации ТАСС, на момент происшествия там находились 287 человек. По предварительным данным, пострадали 40 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Еще 49 горняков находятся в шахте, уже установлено их местонахождение. На месте работают военизированные горно-спасательные части. МЧС подтвердила эвакуацию 215 горняков. Причины происшествия выясняются. Возможно, на шахте произошел взрыв или же задымление началось от возгорания угольной пыли. Прокуратура Кемеровской области начала расследование по факту инцидента.